Полицейские задержали мурманчанина, которого подозревают в воровстве. Из спортивного магазина на проспекте Ленина он украл пару кроссовок. Правоохранители оперативно вычислили и поймали северянина, а потом узнали, что он совершил целую серию преступлений. За несколько дней до задержания молодой человек вынес флакон туалетной воды из парфюмерного магазина, а также игровые диски из сетевого магазина бытовой цифровой техники. В отношении северянина возбуждены и расследуются уголовные дела. Теперь его может ожидать до 2 лет лишения свободы.